Сейчас мы попробуем. Загибаем. Все, помидоры посажены. И очень интересный эксперимент. Всем привет! Вы на канале Игорь Журавлев, и мы будем жить в лесу. Сейчас я вам познакомлю с своими собаками. И меня, Аделька, идите ко мне. Быстро, 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 быстро. Это Аделька, моя любимая тёбачка. А это Мими, еще более любимая собачка моя. В общем, мы с ними будем выживать. Мы будем добывать еду, пропитание, попить что-нибудь. В общем, как-то будем выкручиваться. Построим здесь какую-нибудь хижинку, все благоустроим. В общем, будет очень красиво и интересно. Я думаю, каждый бы мечтал пожить на природе, просто покайфовать, попробовать свои силы. Погнали! Ю-ху! Так, ну что, для начала, я думаю, нам нужно найти что попить, поэтому будем искать березу. Колодец, я думаю, мы сегодня не успеем выкопать. И нужно согреться, поэтому будем разводить костер. Посмотрим, как это у меня получится. В общем, погнали, начали искать березу. Вот вы нашли березочку нашу. А вот я еще купил помидорчиков разных сортов и хочу их посадить очень близко к воде. У меня на воде есть такие вот скаты, прям вот прям на воде. И я приготовил вот такие вот луночки. Вот они. И прямо сейчас сюда будем тыкать помидорчики. Погнали жечь костер. Ищем палочки для разведения костра. Вот разваленный пень. Думаю, такая палочка будет, на ней будем распаливать. Вот такая вот. Мне кажется, будет удобно ее очень крутить. Это я уже приготовился. Теперь я нашел себе сиденье. Вот какое бревно хорошенькое. Ой, какое оно легкое. Так, ну что, эксперимент начинается. Начнем с того, что у нас вчера был дождь. И мне придется бороться не только трением, но еще и с остатками вот этой влаги в этих палках. Ой, какой сильный оказался. Так, ну, тереться оно должно тереться, а это слишком мягкое. Может, я буду тереть об это бревно, оно более такое жесткая. Сейчас мы попробуем. Начало хорошее. А если тереть вот так? Или так? Остаются влажные такие пятна. Вот они влажные. Прям водичка в палках. Что же делать будем? Я не пойму, влага в этой палке или в этой? Натираю, и опять вода появляется. Вот опять влага. Очень интересно. Хочется понять. Трение ж разными способами добывается огонь. Если вот так вот долго-долго тереть, будет дымок? Мусь тут только руками. Натирая палочку вот так между собой. Сейчас я попробую, когда буду долго тереть, я попробую насчет температуры. Теплее стало бревно это или нет? Прям очень интересно. Да, реально теплее. Так, ну что, продолжим. Ну, запах есть такой. Это место немножко теплее стало. Ну, запаха дымка и подавно нет. Так, ну что, попробуем тогда, как все, с помощью шнурка. Так, ну что, продолжим. Я отпиливаю такую веточку. Мы сейчас подровняем немножко. Отпилил с двух сторон. Делаем из нее лук, такой лучок. Сейчас берем веревочку, делаем такую петелечку на один конец лука, деваем
Одеваем. Подтянули. Загибаем. Загибаем. И на второй. Вот так сюда. В общем, оп. Такой у нас лучок получится. Так, когда сделали лук, берем дощечку такую вот, ее расплющиваем с двух сторон, чтобы она была, трение побольше было. Вот она вот так вот расплющилась. И, наверное, на этом дереве буду крутить, потому что оно, мне кажется, достаточно сухое по сравнению со всеми остальными. Теперь как-то надо зарядить ее сюда. Вот так, сейчас попробуем. Вот так, как тебя заряжать. Вот так. Ого. Ого. У меня лук получился супер натяжной. В общем, я вам скажу, это капец. Максимум пол оборота она делает. И, ну, я не думаю, что с пол оборота вот так вот получится зажечь ее, я не знаю. Это ужас! Мимка, Делька, идите помогать. Оборот не делает, вылетает. Я уже часто сижу, у меня, не знаю, нервов уже нет. Фух, вот это круто. Вот такие эмоции, я просто в шоке. Я просто в шоке. Каждому нужно прийти и попробовать развести костер своими руками. Вы кайфанете, эмоция бешеная. Ну что, продолжим с новыми силами. Так, берем наше неубиваемое орудие. Ой, давайте его немножко закруглим. То оно у нас какое-то квадратное получается. И круто. Еще кружим. Еще кружим. О, нож разобрали. Разобрали нож. Так. Какая тут надо сноровка. Это капец. Ну что не крутит? Вот что? Где застряет? Я не понимаю. Должно ж хорошо идти. Ну куда ни шло, уже как-то хоть крутится. Не супер, но дело идет. Так. А дело-то идет уже хоть как-то крутится. Так, а чтоб сделать здесь, чтобы оно держалось и не выпадало. Так, вот этой стороной. А эту сюда. О, слушайте, час времени потратил, но началось хоть крутиться. Так, ребятушки, ну что, продолжим. Смотрите, я решил сделать такие насечечки, чтобы больше трения было. Я думаю, так будет лучше. В этом месте тоже вот сейчас набью. В общем, сейчас попробуем. Может, лучше зажжется все это дело.
Реально дымок. Видели дымок? Реально, вы видели дымок? Костер будет! Блин, мне прям очень интересно, что получится. Прям очень интересно. Стаканчика вынимаем. Оп. И сюда. И подсыпаем чуть-чуть. Раз. Подсыпем здесь. И такая же ситуация здесь. Раз. Вынимаем. Садим. И подсыпем сейчас. Ой, как интересно будет. Все, помидоры посажены. И очень интересный эксперимент, как они вырастут. Потому что практически помидоры растут с камышами. Вот. Очень интересно, как получится. Ух, помидоры посажены, будем ждать результат. Думаю, будут вот такие, ну, как арбузы. Так, я тут потер немножко без вальса. И у меня шнурок перетерся. Уже перчаточки даже переодел. Так. Что ж такое? Что ж ему не хватает? Просто тоненький такой стал. И вот. Ну, веревочка есть запасная, поэтому сейчас поменяемся. Так, ну что, поскольку у меня процесс пошел уже, очень хорошо начало крутиться. Я уже так, уже веревку поменял. В общем, хочу трута больше сделать. Вот я нашел мелких таких хорошеньких сухих листиков. И будем продолжать наше дело, короче, хорошее. Палочка-держалочка. И продолжаем наше нелегкое дело. Так, ну что, друзья, вот уже и ночь наступает. И мы садимся перекусить. Иди ко мне, собачки. Мимка, Делька, иди ко мне. Моими собачками, иди сюда. Иди сюда. Ой. Теперь мы не пропадем. Будем с костром, будем согретые. Напитые, наеденные. А завтра начнем строить наш огроменно красивенный домик. До скорых встреч. Пока-пока. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай колокольчик.